Друзья, всем привет, с вами Яков. В сегодняшнем видео я вам покажу один из способов, как можно завершить завоевание и стяжательство в 7-м сезоне. Это завоевание можно выполнять абсолютно на любой сложности, но, конечно же, идеальный вариант – это истязание 13, так как там показатель дропа голды из монстров максимальный. Суть данного завоевания заключается в том, чтобы мы могли выбить из монстров 50 миллионов голды, будь то какой-то один из уровней Нефалемского портала, ну или какая-то отдельная локация. Я как раз-таки предпочитаю отдельную локацию, и эта локация называется Некоровий уровень. Чтобы попасть в эту локацию, нам нужен Коровий бордыш, поместить его в куб и нажать «Преобразовать». Открывается красный портал, мы в него заходим и попадаем как раз-таки в этот некоровый уровень. Если у вас такой бердыш не имеется, то его очень легко создать. Вам нужно редкое древкое оружие, которое можно создать у кузнеца, а также желтуха, синька, белка, ну и дыхание небес. Помещайте все это дело в куб, нажимаете «Преобразовать», и с определенной вероятностью у вас получится как раз-таки коровий бердыш. Далее мы, конечно же, заходим в некоровый уровень, ну и приступаем к выполнению нашего завоевания. Что касается предметов, то они, конечно же, перед вами. Как вы видите, в кубе у меня находится Клинок Кешира, Корона Леорика и Кольцо Королевской Роскоши. На голове у меня одет духовой камень Зокрина, на запястьях у меня одета гордость Пинта, на пояс я одел душу Кешира, ну и в руках у меня находится факел. Также одеты 5 предметов из сета наряд короля обезьян. На ногах одеты очень простые сапоги. Ну а кольца у меня Иорданов камень, который дает урон от огня, и также кольцо Зодиака. Из самоцветов я использую, как вы видите, Зейф камень, Проклятие Плененных и Дар Стяжателя. Основной урон я буду носить с помощью умения Волна Света. И желательно у этого умения выбрать огненную руну, потому что благодаря этой руне у этого умения появляется большая зона поражения. Все остальные умения, в принципе, выбирайте, какие хотите. Я же взял билд, который существовал в 5-м сезоне за монаха, который дамажил с помощью волны света. Вот этим билдом я это завоевание и закрывал. О чем нам надо позаботиться, так это о том, чтобы показатель дропа голды из монстров был на довольно-таки высоком уровне. Обратите ваше внимание в нижний левый угол экрана. У меня, как вы видите, этот показатель составляет, грубо говоря, 15 000%. Этого показателя вам вполне хватит, чтобы закрыть данное завоевание. Чтобы поднять шанс дропа голды до 15 000 хотя бы, вам надо, естественно, создать уровень сложности истязания 13, но и в ваших предметах во вторичках наролились в некоторых предметах увеличение дропа голды из монстров. У меня это сделано всего в 5 предметах, также у меня в духовом камне стоит изумруд, и благодаря короне Леорика, которая находится в кубе, эффект от изумруда у меня удваивается. Также, если у вас получится, то, конечно же, вставьте предметы на дроп голды вашему союзнику. То есть это можно сделать в двух кольцах, в амулете и щите. Ну и сам особый основной поток голды будет нам выпадать с помощью нашего дара стяжателя, такого самосвета. Он у меня вкачан всего лишь до 39 уровня, и этого вполне хватает. Ну а теперь давайте я вам непосредственно расскажу, как вообще мы это завоевание будем выполнять. Нам надо найти на этой карте призрака коровы. Поговоря с данным призраком, он нам даст задание, называется переломный момент. Почему мы начинаем именно с этого момента? Потому что в этом задании очень большое количество коров появляется в одной точке. И мы на начальном этапе можем уже выполнить треть, а то половину данного завоевания. Ну и как только вы выполняете данное задание, то вы просто по кругу бежите по карте, ну и убиваете, естественно, коров. Собираете с них голду, но, естественно, успешно закрываете данное завоевание. Я, как вы видите, на 50 миллионах не остановился, я решил вам показать, сколько вообще максимально можно выбить с данного некоровья уровня. Ну и сколько получилось выбить у меня, давайте посмотрим дальше. Думать, что в мире стало безопаснее. Бой окончен.
Как вы видите, у меня получилось выбить 95 миллионов голды. Но, в принципе, если постараться и собрать все-таки всех монстров в одну кучу, то можно было бы из этого портала вытянуть и все 100. Что вы думаете об этом способе, конечно же, пишите в комментарии под видео. Если вы владеете способом, благодаря которому можно еще быстрее завершить данное завоевание, я, конечно же, был бы рад о нем услышать. А я же желаю вам удачного дропа, ну и успехов в 7-м сезонном походе. Друзья, если вам нравятся ролики на данном канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные гайды. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока.